Спасательные работы на месте трагедии в торговом центре Риги приостановлены. Шансов на живых под обломками больше нет. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Латвии. Накануне поздно вечером крыша здания обрушилась в третий раз. Во время третьего обвала конструкции обошлось без пострадавших. Число жертв ЧП к этому моменту возросло до 54 человек. Больше 40 получили травмы. Среди погибших двое граждан России, которые постоянно проживали на территории республики. Речь идет о мужчине 1946 года рождения и женщине 1974 года рождения. Наши латвийские коллеги уже уведомили родственников и близких погибших. Мы, в свою очередь, также с ними свяжемся и уже непосредственно с ними определим конкретные формы содействия, которые мы можем им оказать. В здании российского посольства в Латвии организовали сбор средств в пользу родственников жертв и пострадавших при обрушении торгового центра. Материальную помощь собирают в эти дни по всей стране. Акции организуют общественные, церковные и благотворительные организации. Компенсации выплатит Рижская дума, собственники торгового центра, а также строительная компания, которая его возвела. Власти, помимо единовременной помощи, пообещали ежемесячное пособие детям погибших.